В этом видео я расскажу вам об актрисах, которые завершили свой земной путь в 2021 году. 25 января не стала актрисой Ирины Токарчук. Она была известна благодаря роли тети Симы из одесской коммуналки в скетч-передаче «Джентльмен-шоу». Ирине Токарчук был 61 год. Актриса Татьяна Иваненко ушла из жизни 5 февраля. Она была известна благодаря фильму «Впереди день», в котором сыграла главную роль. Татьяне Иваненко было 79 лет. 16 февраля на 72-м году жизни скончалась актриса театра и кино Лариса Кичанова. Многие помнят ее по небольшой роли туристки из фильма 1972 года «А зори здесь тихие». 22 февраля не стало Екатерины Градовой, актрисы, которая была известна многим по роли радистки Кэт из ленты «17 мгновений весны». Екатерине Градовой было 74 года. Советская и российская актриса Нина Крачковская завершила свой земной путь 12 марта. Она снималась во многих фильмах, например «Кортик», «Первое свидание» и в других. Актрисе было 90 лет. Актриса Лиана Жвания ушла из жизни 25 марта. Зрителям она была известна по роли королевы из детского фильма «12 месяцев». Актрисе был 71 год. Советская и российская актриса театра и кино Ольга Пашкова скончалась 7 апреля. Актриса снималась в фильмах «Вор», «Совет да любовь», «Ловушка» и в других. Ольге Пашковой было 55 лет. Киноактрисы Серафимы Холиной не стало 12 апреля. Зрители хорошо запомнили ее по роли ведущей показа мод из ленты «Бриллиантовая рука». Серафиме Холиной было 97 лет. Советская и российская актриса театра и кино, мастер эпизода Кира Крейлис-Петрова завершила свой земной путь 12 мая. Она снималась в фильмах «Чисто по жизни», «Кухня», «Мама вышла замуж», «Недлинные истории» и в других. Актрисе было 89 лет. Советская актриса, известная по роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино» Татьяна Проценко, умерла 19 мая. Ей было 53 года. Также в этот день не стало актрисы и радиоведущей Галины Новожиловой. Ей было 98 лет. 23 мая этот мир покинула актриса театра и кино Нина Шацкая. Она снималась в фильмах «Коллеги», «Белый рояль» и в других. Актрисе был 81 год.